Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии за монголов в Sid Meier's Civilization 5 в игре на шестерых. И если вы не видели первую серию, то немедленно перейдите к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. О, блин, вот кавуки-то. Я могу строить нацколледж. Блин, да где ж этот лагерь, откуда они все прутся ко мне? Чё, нян, по трейду? Русский, это мой рабочий, там как бы украденный в лагере сидит. Хорошо, я не буду его. 6 ходов, может, нацколледж. А, в Турфане еще бегла. Тогда ладно. Перекликивает у меня, это вообще не прикольно. А, нет. В данном случае нет. Блин, еще одного рабочего. А, Эфиоп, это у тебя украли рабочего, варвары? Не-не-не. Это ЛГГшик, наверное. Так. Русский, будешь соль трейдить? Нет. А, или это... Ты мне предлагаешь, или чтоб я? Ну ты мне соль, да. Не можем. Смотря на что. Жемчуг, какао, что хочешь. Сейчас, чуть-чуть попозже тогда. Окей. Жесть, русский первый религию взял. Может, у него политион такой, напоминал умный. Эфиоп, что-то ты явно не доинкал. Да, не знаю, мне 3 стеллы. Видите, англичанин начал очень круто расти. Он уже пусть он построил висячки, пустил караваны, и плюс у него счастье есть. А, за Эфиоп обычно ходу на 38-м уже основывает. Ну, не я знаю, тоже, вместо 40 веры. Ну а что ты, ты хотел голду? Ну получишь пагоды, в крайнем случае. Я тебя пагоды не устраивают, василийцы. Не, мне вообще пофиг. Я хочу не буги, меня просто соей не будет. Thank you.
Ну, они мне, наконец-то, шелк дали. Какие-то я задания ГГшек выполняю, даже... Панама, серебро. И этот лагерь. Жалко, что Куала-Лумпур еще вот этот лагерь не захотела. Так, тут я надолго союзник. А что Брюссель хочет? Больше ничего не хочет. Так, ну через три хода закрываю традицию. Смотрю, англичанин сам не прочь этот лагерь забрать. С эти три еды. В принципе, если полностью будет здоров этот скаут, то я этот лагерь могу забрать. Таутонг, наверное, в обход пошел. Ой, Сирис, не трожь, это мой рабочий, хорошо? Окей. Спасибо. Ты его угнали в рабство, пиздец. Не ругайся, пожалуйста. Извини.
Короче, варвары тут геноцид устраивают. Блин, не хватает чуть-чуть производства. Чтоб, ладно. Блин, они к тебе побежали, черт. Да я его замочу, сейчас забегаю. Окей. Забрал таки. Не надо было этого убить. Да, встану, чтоб там сверху никто не прибежал. Ну, по идее, следующий выстрел метка-лука позволит мне вылечиться. А, хотя подожди, как ты его заберешь на мою территорию? Кого? Ну да, я приму, но если что-то не будет долго. Тоже я там один в один где-то. Да ладно. Что там, где-то лагерь варваров или откуда это? Ну, там был лагерь варваров, его уже зачистил. Хорошо. Удалил рабочего, потому что он его в любом случае захватит. Не, ну когда трейд будет? Да? Трейд. Не торгуй с англичанином. Не торгуй с англичанином. Блин, ты мне материться запрещаешь, ты чё? Вот это аргумент. Ты серьёзно сейчас? Да не. Разве это на серьёзность?
разграбить тут, я думаю, он сюда еще пойдет. Так что мне надо быстро коляски строить везде. Или вообще сразу побежит, даже не будет тут. Все, разграбить сюда. Второй ход так, третий ход так. Посмотрим, как он действовать будет. Вау, с одного удара. Это круто. Феопа, куда тебя идти, чтобы встретить Монголию? О, вот тупо вправо беги по реке и всех найдешь. Вот просто по этой реке. Хорошо, спасибо. Нет, пускай вырастет. Где можно какие-нибудь чудеса увидеть? Никто не подскажет. Около Сиднея и Гибралтар. Вот. Это единственное чудо, которое я нашел. А что у Англии? Какое еще чудо у Англии? Феопа, у тебя на обмен ничего не будет? На трейд? Ну да. А, нет, слушайте, а где этот Сидней находится, получается? Я перепутал, я другой чуть нашел. Сидней подо мной. Ниже Эфиопа, да. Угу, спасибо. Так, ты меня зажал, я пройти не могу. Блин. Шо? Это рабочего строить тут. Да не, я вправо хотел. Меня видишь, и ГГшка, и ты зажал. Ну, это уже походило сейчас в следующем. Ну, вот ладно, там, там же холмик, видишь? Уже девятка, Лондон, 6, Ноттингем. Ну, у него намного лучше растут города. Потому что у него есть счастье и возможность караваны пускать. У него единственный сосед я. То есть, собственно, он может сконцентрироваться на одном фронте. Ну вот, выполнил все квесты Панамы. Панама его союзник. Встретил Могадишу. Лошади. Так, давайте-ка тут рабочего тоже.
Попробуем с Могадиша дань взять. Русский, а у тебя что-нибудь на обмен будет? Слоны. Все, наверное. Ну, если будут, кидай мясо. Не буду пока какао грабить. Можно следующим ходом это сделать. Сален, тебе нужно что-нибудь, алмазы или слоновая кость? Да. Да не торгуйте вы с англичанином. Зачем вы ему с ним торгуете? Он на первом месте по демографии, по населению. На первом месте по еде. Вы ему еще счастье даете. Зачем? Он мало вырос? Да, хрен он мне дань даст. На холме, к сожалению. Да, но этот город колясками не берется, к сожалению. Ну, мне надо было посмотреть. Приветствую тебя, путник. Кто там тебя нашел? Это коляски. Ну, постоим, значит. Монголы, видишь, захватывать идет. 30 тысяч армии наклепал. Так, давайте, наверное, рабочего тоже для начала.
Один в один ли лучше? Да, ну... Серьезно, то есть торгуете с англичанином, да? Ну, молодцы. Я не понимаю, человек... Люди открывают демографию, видят вот это вот, и торгуют счастьем с англичанином. Зачем? Колосс. Ну, не знаю, тут сидеть, развиваться, к сожалению, видите, у англичанина развитие лучше. Я его захватить с этого не могу. Люди еще с ним торгуют. Зачем? Просто поразительно. И Магадишу на его сторону встал. Сейчас этот конь получит за все от Магадиша. Слушай, Фёпа, там можно будет как-то пройти? Я только да понял, нет. Что тут нельзя. Никак не пройти. Я-то тут устаю. Подожду, пока эта граница откроется. Окей. Сколько уже религий основано? Фига себе, все религии основали. На 70-м ходу. Прям такие классные пантеоны у всех на религию. Но это на культуру. Это Эфиоп там основал. У Эфиопа и так религия с пантеона. Ой, не с пантеона, а с как его. Нормально. Походило только мои потом два... Сыграли. Класс. Игорях в средневековье. В мастерских. Найс. Мы обменялись. Да. Ну, ты не видишь мою старик? Смотри еще раз внимательно.
Я у тебя справа. А ты у меня... И ты у меня справа. Так, Ассирия, Россия и Эфиопия. У вас есть что-нибудь на обмен? На красители? Да, есть что-нибудь. Ну, давай. Серебро или алмазы? Буду брать. В России. Честно говоря, без разницы. Россия построила стену. Ну, Россия не Англия. В принципе. Прими там, русский. Эфиопа, что у тебя с деньгами? Что произошло? Это просто проблематично было. С экономикой проблемы небольшие. У него железо тут есть, так что не особо есть смысл грабить. Уже. Откуда он тут встал? Это какой-то скаут у него бывший, что ли? Апнутый. А, он дорогу тут построил. Тьфу ты, блин.
Блин, нафига я лес вырубаю, я тут дорогу. Ой, ёлки. Так, а что это у нас так быстро закончилась торговля? У тебя там что-то разграбили, что ли? Да, мне разграбили. Ну, восстановлю через пару ходов. Можно продолжить. Давай на следующий ход. Так,
Так, я с ассирийцем стал уже торговать. Не, хорошо. Разграбит он тут мне, к сожалению. Что у него с деньгами? Денег у него есть апнуть. Опять же, к сожалению. Мне, походу, тоже надо в ГГшке отправлять. Панаму, Брюссель и Сторфана. Так, у меня ж мои не считаются верховыми, они считаются стреляющими, да? Я тут конюшню просто, чтобы производство отсюда получать, а в Торфане... Нет смысла. Давайте я пойду с тем лагерем разбираться. Возможно, стоило в волю попробовать, но опять же, я бы не успел там поставить город под... Под... Посылать караван на производство, на еду из Турфана в Каракорум, например, или все-таки на деньги? Бешбалык, Панама-Сити, Каракорум-Сидней. Ну, тут, видите... Так, какие-нибудь ГГшки хотят?
Куала-Лумпур хочет. Давайте, наверное, из Каракорума в Куала-Лумпур пустим. Посмотри предложение. Хочешь пройти там? Да, я хотел там. Там клетка будет заблокирована, я не знаю, ты будешь. Ну, ладно. А где будет заблокировано? Бегает. Ну, куда он пойдет этим парнем? Тут где-то мечник еще прется снизу. Уже последний по производству. Хреново, 16. Ребята, Лондона 16. Так, на минуточку. Второй город у него 10. Третий 9. Но вы продолжайте, торгуйте. Ну, у меня меньше. Зачем давать счастье человеку, который больше всех растет, который построил висячку, там морские караваны пускает. А у тебя-то там когда кишки скоро будут? Не думаю. Ну вы же понимаете, что он явно впереди меня по науке в любом случае. Я не знаю, зачем мне вот с ним воевать и... То есть, зачем, как бы, лучше сказать, ему сопротивляться, если вы с ним все равно торгуете и даете ему в развитие выигрывать? В чем прикол? То есть вы думаете, раз под боком монгол, он будет... Я думаю, мы с русскими его даже не нашли еще. Ну, с ним эфиоп торгует, с ним торгует ассириец. Слушай, я с ним один на один только торговал, ему это счастье не дало.
капец не метр будет. У него со счастьем там все очень круто. У него бежки на этом союзе. Чего, под тебя там пятимер бежит. Блин, я вижу. Блин. Тут падла еще и на мою сольник бежит. Пустишь их, Лёв? Спасибо. Кстати, австриец, а ты где вообще? Как он встретится? Это кто? Ашур. Ну, я вот иду на разведку. Я там рядом с русским. Я русского тоже не нашел. В общем, если будешь как-то рядом, сади с Абебой, свести. Вот я как раз скоро буду через три хода около Адис Абебы. Я бы даже сказал, что вот я уже прямо сейчас около Адис Абебы.
Ну, я тоже там сейчас логи собаку. Значит, следующим ходом встретимся. А на кого англичане собираются идти? На меня. Они там полностью воюют. Ребята, ну он меня забирает и все. Я, мне кажется, в МГГ, я не знаю, в чем прикол. Вы видите, насколько у него развитие? У него столица 16, второй город 11. Проси там, не знаю, Эфиопа или кого-то помочь. Они не могут помочь войной. Потому что я единственный сосед англичанина. Ну ты бы на самом деле помог. Не, сначала... я с тобой воевать не буду, но ты тоже лучше не вылазь, а наоборот помоги, потому что англичанин с краю карты, и у него топовое развитие. Если он заберет монгола, нам всем будет плохо. Да нет. Я готов, чё? Я готов, если... Ну, я готов в мире жить, но если хочешь, давай. Так, а вы мне денег дадите кто-нибудь на ап в кешике? Хоть как-то. Я бы дал, если бы были. Ну, я вам смотрю, у русского есть. А, уже нету, класс. А куда ты дел? У тебя было там... Я на ГГшки потратил. Очень жаль. Спасибо. Эфиоп, тут лагерь мечников, выше моего пятимёра. Пошли туда чистить. Хотя, может, я и сам отправлюсь. Там копьё. Mm-hmm.
А Шурда, где ты около Адиса Абеба, ты говорил? Он, я уже отошел. Выше и правее. На границе стоит. Ну, не уходи далеко. Окей. Ой, тяжелая игра. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.